начале 20 века в этих горах в Малой Азии проходила русско-турецкая граница. Теперь это территория Турции. Рядом Армения, Грузия, в прошлом русское Закавказье. С тех пор, как в этих местах разместились гарнизоны нашей Кавказской армии, ничто не нарушало мирное течение жизни. И даже в августе-сентябре 14 года, в первые месяцы мировой войны, когда Европа содрогнулась от столкновения миллионных армий, здесь по-прежнему было тихо. Турция сохраняла свой нейтралитет, но так продолжалось недолго. В ноябре 14 года и в эти горы пришла война. Воевать с Турцией в 14 году Россия вроде как и не собиралась. Нам хватало Германии с Австро-Венгрией. О наших намерениях свидетельствует хотя бы тот факт, что в самом начале войны русское командование перебросило с Кавказа на Западный фронт 2 корпуса из 3. Иначе говоря, от Кавказской армии оставалась только 1/3. Этого было мало даже для второстепенного театра военных действий. Тем временем Турция под давлением Германии все-таки вступает в войну. Причем делает это демонстративно и вызывающе нагло. Утром 29 октября несколько турецких военных кораблей совершают внезапное нападение на русские города Черноморского побережья. Обстреляны Одесса, Новороссийск, Феодосия, даже Севастополь. Это типичная провокация и явный вызов к войне со стороны Турции. Россия немедленно отвечает на этот вызов сухопутной операцией здесь, в горах Малой Азии. 2 ноября части Кавказской армии переходят государственную границу и вступают в пределы Турции. Как видите, воевать нам здесь предстояло в крайне сложных природных условиях. Это говорит в первую очередь о том, что военные операции на таком театре нужно тщательно планировать. Здесь наскоки и импровизации дорого обходятся. За первые 2 недели войны мы угробили здесь все армейские резервы и в конце концов бездарно отступили назад к границе, хотя части Кавказской армии сражались геройски. О чем думала, к чему готовилась русское командование в данном случае, сказать трудно. Видно, мы крепко надеялись на наш дипломатический корпус, действовавший в Стамбуле. На дипломатию, одним словом. Между прочим, напрасно надеялись. Стамбул, или, как его по традиции называли русские, Константинополь, был важным центром европейской политики. Этот дворец в Стамбуле, в парке Илдыс, повидал на своем веку многих высоких гостей из разных стран. Здесь устраивались официальные приемы, и на них обыкновенно присутствовал российский посол Гирс. Фигура в турецкой столице заметная. Гирс являлся опытным дипломатом. Кстати, он был сыном одного из наших министров иностранных дел. На нем лежала колоссальная ответственность заботиться о русских интересах. И потому его главное занятие – общаться с турецкими политиками, знать турецкую жизнь изнутри, все ее подводные течения. Да, в прошлом мы повоевали с турками, много повоевали, и в 18 столетии, и в 19-м. Что было, то было. Однако перед мировой войной каких-то неразрешимых противоречий у России с Турцией не было. Впрочем, у нас и с Германией таковых не было. Это еще ни о чем не говорит. К тому же Турция не Германия во многих отношениях. Германия накануне войны на подъеме, тогда как для Турции конец 19-го, начало 20 века – это время упадка политического, экономического, всякого. Это время революций, переворотов, борьбы за власть различных сил. Русских дипломатов подобная политическая атмосфера настораживала, даже отталкивала. Они привыкли иметь дело с султаном, правителем восточной державы, Османской империи, блистательной порты. Теперь приходилось вести диалог с лидерами турецкой революции. Их называли младотурками. Это они стали хозяевами страны. Они взяли власть, а султан превратился в политическую тень. Он продолжал царствовать, но больше не правил. Правил триумвират, правительство младотурок, военный министр Энвер Паша, военный губернатор Стамбула Джемаль Паша и министр внутренних дел Талаат Паша. Фактически они установили в стране диктатуру. Так вот, иметь дело с людьми подобного рода русская дипломатия не привыкла. Вообще-то тут налицо серьезная культурная проблема. Только от этого не легче. Дипломатия не может быть клубом по интересам. Работать и договариваться приходится с любым реальным политиком. Тем более молодотурки делали очевидные шаги навстречу России. За это можно было ухватиться. С этим нужно было работать. Не сумели, самоустранились и фактически заранее отдали Турцию в руки Германии. Такова вкратце предыстория войны. А то, что все революционеры, в том числе турецкие, глядят в Наполеоны, об этом тоже давно известно. Вот и отправился Энвер Паша на Кавказский фронт, чтобы разбить русскую Кавказскую армию и в результате стать хозяином Кавказа. В декабре 14 года, буквально накануне наступления турок на Кавказском фронте, сюда приехал Николай II. По дороге несколько дней император провел в Тифлисе. Остановился он во дворце наместника. Сам наместник Кавказа и главнокомандующий Кавказской армией граф Воронцов-Дашков давно болел. Делами занимался постольку, поскольку. Конечно, у него были помощники, был штаб Кавказской армии с генералами, офицерами, с разными отделами. Только штаб этот находился очень уж далеко от театра военных действий. Штаб нужно было срочно выдвигать южнее, ближе к линии фронта, но хотя бы сюда, в крепость Карс. 13 декабря 14 года. Памятный день. Комендант Карса показывал эти укрепления Николаю II. государь приехал сюда впервые. Этого никто не ожидал, ведь даже свое кавказское начальство бывало здесь нечасто. Так вот, с этим нужно было что-то делать. Нужно было разобраться и внести изменения в командование Кавказской армии. Наместник Воронцов-Дашков, которому было далеко за 70, не мог непосредственно руководить военными действиями. Его ближайший помощник, Мышлаевский, полный генерал от инфантерии, еще менее годился на роль военного вождя. Он был скорее кабинетным ученым, специалистом по военной истории. Оперативная работа была ему категорически противопоказана. Да и самолюбив он был не в меру. Интриговал, пользуясь особым доверием наместника. Мышлаевского следовало как можно быстрее убрать с Кавказа, чтобы не мешал. Ну а кого назначить? Был ли здесь такой человек, к тому же хорошо знакомый с местными условиями, весьма и весьма специфическими? К счастью, да, был. Николай Николаевич Юденич, талантливый русский генерал. Во время приезда государя он исполнял должность начальника штаба Кавказской армии. От него многое зависело, это правда. И Юденич делал все, что мог. Однако далеко не всегда ему удавалось добиться одобрения вышестоящего начальства. Нужно было развязать ему руки. Это, помимо всего прочего, спасло бы сотни, может быть, даже тысячи жизней русских солдат. Увы, Николай II, посетивший Кавказскую армию, оставил все как есть. Никаких решений относительно командования он так и не принял. Не прошло и недели после отъезда государя, а с различных участков Кавказского фронта стали приходить сообщения об активных передвижениях турецких войск. Особенно тревожные сведения поступали с правого фланга. Главнокомандующему Воронцову-Дашкову не оставалось ничего другого, как послать из Тифлиса на фронт генерала Мышлаевского и начальника штаба генерала Юденича. Днем 11 декабря они прибыли в селение Меджингерт. Это приблизительно в 100 километрах южнее Карса. Здесь располагался полевой штаб основной группы наших войск, действующих против турок. По прибытии начальства немедленно приступили к совещанию, военному совету, который должен был наметить план первоочередных действий. Но сначала следовало прояснить ситуацию, понять логику действия противника, разгадать план турецкой операции. Генерал Юденич сделал это блестяще. На совете он высказался ясно и точно. Турки приступили к обходу нашего правого фланга. Они идут по горам и перевалам. Вот так, в тыл нашей группировки. Их ближайшая цель – Сарыкамыш. Вот этот кружочек. Этот город находится на полпути к Карсу. Туда нужно срочно отправить подкрепление. А главное, немедленно остановить наступление основных сил Кавказской армии. Вот здесь. Немедленно. Эти силы находятся под угрозой окружения. Как и предсказывал Юденич, турецкие войска повели наступление на Сарыкамыш. 25 декабря на подступах к городу завязались упорные бои. Вот только оборонять этот город было практически некому. он находился у нас в тылу. Здесь располагалась конечная станция железной дороги, уходящей в сторону Тифлиса. Здесь были базы, склады, на них огромное количество всевозможных запасов. Эти запасы охранялись дружинами ополчения, вооруженными берданками. Были в Сарыкамыше и другие тыловые части, но строевых не было. Совершенно случайно на станции оказалось несколько орудий. А еще тогда же последним поездом прибыло около 100 молодых офицеров, выпущенных из Тифлисского военного училища. С ними на фронт ехал некий полковник Букретов. Вот они и приняли первый бой, организовали оборону и сражались до подхода подкреплений. Если бы эта горстка защитников Сарыкамыша дрогнула, если бы эти люди просто растерялись, увидя перед собой превосходящие силы турок до 18 батальонов, на Кавказском фронте произошла бы катастрофа. Но Сарыкамыш сражался, и русская армия получила шанс на спасение. Самые уязвимое место в обороне Сарыкамыша – это район железнодорожной станции. Кстати, здесь до сих пор сохраняются старые здания русской постройки начала 20 века. А между тем, все они свидетели одного из крупнейших сражений Первой мировой. С тех пор название этого места – и этой станции Сарыкамыш вошло в историю. Так вот именно сюда с вечера 26 декабря постепенно стягивались русские части, снятые с линии фронта. А на утро турки возобновили наступление и артиллерийский обстрел, который вели с окрестных горных отрогов. Казалось, что обе стороны сражаются на пределе своих возможностей, что напор штурмующих вот-вот выдохнется. Нет, это только казалось. Самые страшные атаки начнутся утром 29 декабря, а вечером сам Энвер Паша поведет своих воинов на защитников железнодорожной станции, и мы ее потеряем. И не только станцию, но и часть города. В эти роковые дни и часы в Тифлисе была паника. Город готовился к эвакуации. Все, кто мог, покидали столицу русского Кавказа. Всеобщую растерянность усилило появление генерала Мышлаевского, который фактически бросил армию в критический момент, а перед отъездом отдал приказ об отступлении. Тем временем Юденич, сохраняя твердость и присутствие духа, будет настаивать на неисполнении этого приказа. Он убедит в этом всех начальников, что Кавказская армия должна драться. Вот и все, что он сделает под Сарыкамышем. А остальное сделают русские солдаты. Они штыками отбросили турок от Сарыкамыша и вынудили Энвер Пашу признать, что операция провалилась. Это полный разгром. Третья турецкая армия практически уничтожена. В ее рядах теперь оставалось чуть более 12 тысяч человек. Всего 12 тысяч. Это из 150 тысяч начавших операцию. Существует устойчивое заблуждение, что, мол, Россия в Первую мировую воевала за Черноморские проливы, вот за эти Дарданеллы, ну и за Босфор, конечно. Но это совершенно не так. Не нужно путать мечты и реальность. О древней Византии, о ее погибшей столице Константинополе, о храме Святой Софии. У нас мечтали многие великие люди. Тот же Тютчев, Достоевский, например. Но это утопии, это исторические грезы. Это не про войну. На войне мы воевали с Турцией в горах. Там решался вопрос о судьбе Кавказа. Тогда как здесь, в проливах, воевали наши союзники, англичане и французы. Судя по всему, логика у них была простая. Турки – слабый противник. Если уж Россия победила Турцию в сухопутной операции, чего нам стоит захватить проливы и взять Константинополь? А между тем турки к войне основательно подготовились и успели создать в проливах крепкую линию обороны. Самое опасное место стало наиболее защищенным. Оно находится здесь, перед вами. Это так называемый Нерроуз, узкая часть Дарданелл. Ширина пролива здесь всего 1100 метров. Орудия 11 фортов защищали Нерроуз. Отсюда, с высокого холма европейского берега, форты хорошо видны, тогда как с воды это обычные земляные насыпи. 18 марта 15 года со стороны Средиземного моря появился флот союзников. Началась атака фортов. Крупные калибры линкоров, крейсеров и эсминцев обрушили на береговую турецкую артиллерию серию сокрушительных ударов. Сиявшее солнце померкло. Пролив заволокло дымом. На десятки километров разносился грохот страшной канонады. Через 2 часа непрерывного обстрела на фортах колоссальные разрушения. Временами турецкая артиллерия замолкает совсем. Потери союзников сравнительно невелики. 3 корабля. Они подорвались на минах. Если бы флот возобновил атаку на следующий день, турецкая оборона не смогла бы сдержать натиск. Английские и французские корабли наверняка прорвались бы к Константинополю. Но атаки не последовало. Адмиралу Робеку не хватило решимости. Невероятная ситуация. Здесь был один шаг до победы. Битва за проливы будет продолжена через месяц. На этот раз союзники проведут крупнейшую десантную операцию. Они атакуют полуостров Галлиполи, пытаясь высадиться в нескольких разных местах. Особенно успешными будут действия австралийских и новозеландских частей. Они высадятся вон там, в бухте, чтобы нанести удар поперек полуострова и захватить турецкие форты с тыла. Однако пробиться через эти холмы австралийцы так и не смогли. Первые отчаянные столкновения и здесь перешли в позиционные бои. Противники окопались и зарылись в каменистую землю. В конце концов, потеряв на этих галлиполийских холмах 1000 солдат, 1000 жизней, союзники в декабре 15 года свернули операцию. Турки отстояли проливы. Здесь они победили и до сих пор помнят и чтут эту победу. А вот мы своих героев, увы, часто не помним, хотя их было немало, особенно на главном германском фронте. Но об этом в следующем выпуске исторической программы «Кто мы» в цикле «Первая мировая».